moldovenii.md, pentru că ne mândrim cu țara noastră. Смутные были времена, жестокие царили нравы. В борьбе за престол сын шел войной на отца, брат на брата. Штефан рано осиротел. Его отец, молдавский господарь Богдан II, был обезглавлен на глазах подростка прямо во время праздничного застолья. Убийц подослал брат Богдана, Петру Арон. Так он завладел молдавской короной. Штефану пришлось бежать из страны. Вместе со своей матерью Олтий, с братьями и сестрами от ее первого брака, нашел он пристанище при дворе регента Венгерского королевства Янко Хуньяди. В это же время здесь скрывался беглый князь Валахии Влад Цепиш. Их со Штефаном связывало стремление добиться справедливости, вернуть себе престолы и княжества. Первым в 1456 году возвратился на валашский трон Цепиш. Через год отправился на родину и возмужавший Штефан воевода. В армии юного Штефана 6 тысяч воинов. Часть отправляет ему в поддержку Влад Цепиш. Остальных помогает собрать дядя Штефана со стороны матери, военачальник Пыркалап Влайку. Все годы изгнания он был рядом с будущим молдавским господарем. Во что бы то ни стало, Штефан хотел отомстить за смерть отца и вернуть себе корону. В самый канун Пасхи, в бою под селом Должешть, он отвоевал у Петру Арона свое законное право на трон. Неприятельское войско разбито, но сам братоубийца остался жив и бежал в Польшу. Я-то тебе скорее... Сказывал о том летописец Григорий Уреки вот что. «Собралась вся земля со святейшим митрополитом Кирфеоктистом и с помощью Божьей помазала его на господство на Сирете, в местности, которая доселе именуется Дерептате. В надежде на мир и спокойствие возликовал народ. И только господарь понимал, какой тяжкий крест взвалил он на плечи. Отчего же тяжкий, старче? Получил в наследство Штефан III обедневшее и расколотое княжество. Цар-Адисус, верхняя страна сама по себе. Цар-Адижос, нижняя, тоже. Край наш тогда османам дань платил великую, по 2000 золотых в год. А еще то от Венгрии, то от Польши мы зависели. Княжество вынуждено принимало волю сильных соседей, ибо где нет единства, нет и силы врагам противостоять. А правду сказывают, что господарь много жизней погубил, головы рубил направо и налево. Много народа господарь казнил, не спорю. Так ведь и время тогда такое было. Внутри страны был враг самый страшный. Бояре привыкли к самоуправству, развели междоусобицу, роптали против новых порядков. Штефан же тверд был. Кто шел против его воли, тех не жалел. Господарскому совету запретил свои правила устанавливать. Сам стал законы издавать. Опорой же господарю стала армия.
Средневековая молдавская армия состоит из большого и малого войска. В малом – до 10 тысяч человек. Это боярские дружины. Воинство регулярное, оно никогда не распускается. Большое войско из 40-50 тысяч человек и созывается только в случае войны. Армия делится на отряды. В каждом по 4 подразделения, стяга, численностью в 250 человек. Основу армии составляет кавалерия. Это делает ее мобильной. За 2 дня всадники преодолевают расстояние в 120 километров. Господарь использует самые передовые для его времени идеи и приемы ведения боя. При нем армия оснащается артиллерийскими орудиями. Пушки покупают в оружейных мастерских Трансильвании, Брашова, Сибиу, Львова. Войско Штефана одержит победу в 34 битвах и лишь в 2 потерпит поражение. Целью молодого амбициозного господаря было не просто удержать старые рубежи, но значительно расширить границы княжества. Влайкуперкылап полностью поддерживал честолюбивые замыслы племянника. Штефан очень ценил его поддержку и доверял дяде самые ответственные посты. Сначала он назначил Влайку комендантом, Перкылабом крепости Читатя Албы, нынешнего Белгорода Днестровского, затем Перкылабом Хатинской цитадели. Крепости составляют стратегическую оборонительную систему молдавского княжества. 3 цитадели расположены внутри страны – Сучава, Нямц, Роман. Остальные 6 кольцом охватывают границы – Хатин, Сороки, Архей, Тегина, Килия, Читатя Албы. Они защищают Молдову с востока от набегов татар, с юга – от турок. Крепость Читатя Албы на Черном море Штефан получает в наследство. За Килию ему приходится бороться. Как стратег Штефан понимал, с приобретением Килии молдавское княжество прочно закрепит за собой статус морской державы. Крепость тогда находилась под совместным управлением Венгрии и Валахии, где правил давний друг и соратник Штефана Влад Цепиш. Однако интересы государства были для господаря выше личных отношений. Первая битва за Килию оказалась неудачной. Молдавская армия потерпела поражение, а Штефан получил ранение. Неприятельская стрела попала в лодыжку. Рана напоминала о себе до конца жизни господаря. Молдавский князь уверенно шел к своей цели – заполучить Килию любой ценой. Вторую попытку взять цитадель он предпринял через 2,5 года. Григорий Уреки, летопись Молдовы от Драгоша Воды до Арона Воды. В пятницу утром ударили и начали биться за крепость Килия. И так бились целый день и бились до вечера. А в субботу крепость сдалась. И Штефан воевода по воле Божьей вошел в крепость. В войске царило ликование. Господарь праздновал победу. Молдавское княжество установило контроль над Нижним Дунаем и Черноморским побережьем до устья Днестра. Современники называли цитадели Читатя Албы и Килия легкими Молдовы, ключом от ворот всей Польши, России, Татарии и всего Черного моря. И даже воротами христианства. Молдавский господарь никогда не воевал одновременно с 2 противниками. И не только мечом добивался укрепления страны. Он был искусным дипломатом. Его канцелярия вела переписку с королевскими домами Европы, Москвой и Ватиканом.
посланников княжества знали при дворах европейских правителей в Константинополе, в Крыму, Венеции и Риме. Для привлечения союзников господарь использовал и брачную дипломатию. Женитьбой на Евдокии, дочери киевского князя, Штефан объединил несколько именитых европейских родов. Штефан III принадлежит к династии молдавских господарей Богданештов-Мушатинов. Он – прямой потомок Богдана I, основателя молдавского княжества, внук Александра Доброго и сын Богдана II. Евдокия – дочь киевского князя Алелька, по материнской линии – внучка московского князя Василия и правнучка великого литовского князя Витольда. У Штефана и Евдокии родилось трое детей – Елена, Александр и Петр. Брачный союз Штефана и Евдокии обеспечивал Молдове благосклонность европейских домов и безопасность восточных рубежей. Мирная жизнь делала привлекательным пролегающий через княжество торговый путь и гарантировала стабильное пополнение молдавской казны. По суше и морю купцы везли свои товары из Крыма через молдавские читати Албе и Сучаву во Львов, Краков, другие города Центральной и Западной Европы, а также на север, во Псков, Новгород. На западе молдавские торговые суда доходили до итальянских республик. Одним из первых документов, которые подписал Штефан III, была грамота, приглашающая брашавян и их соседей приходить со своими товарами в Молдову. Канцелярия Штефана III. Весна 1458 года. «Быть вольными и свободными ходить по всей стране моего господства и в крепости, и в торге, и продавать свой товар, и сукна, и ткани, и все, что имеют. А когда будут вывозить быков из нашей страны в венгерскую страну, тогда за каждого быка по 2 гроша. На европейские рынки из молдавского княжества везут волов, лошадей, овец, мед, вино, воск, рыбу. Самый ценный и дорогой продукт – соль. Она ценится на вес золота. Соль добывают в копях предгорных зон молдавской земли. Большой удачей и ответственным делом для купцов было выполнение заказа самого господаря. Штефан знал толк в изысканных вещах. Из итальянских республик доставляли ему шелковые ткани, из которых шили одежду для всей княжеской семьи. Оттуда же господарю везли оружие. Его знаменитый меч выковали в Генуе. У молдавского князя была целая коллекция холодного оружия от лучших иностранных мастеров. А за 4 года до того, как господарь наш взошел на престол, Константинополь захватили османы. Да, рухнул тогда оплот нашей веры христианской. Все думали, судный день близится. Бояре один за другим в монастыри уходили. Господарь же наш был тверд в вере и готов был ее защищать, себя не жалея. Его преосвященство, митрополит Феоктист, не сомневался, что Молдова может стать наследницей Византии. Штефану была уготована корона нового цезаря, кесаря, императора, единственного христианского царя, заступника православного мира. Старче, но почему господарю нашему, твердых в вере людей, было и есть немало? Никто не сделал для веры нашей православной столько, сколько господарь.
В самые тяжелые времена поддерживал он церковь, храмы возводил, убранство, деньги и земли жаловал обителям. Ни до, ни после Штефана не видывал наш край столько новых храмов. После падения Константинополя центром православия становится святая гора Афон. Штефан берет под опеку местные обители. Для монастыря Заграф строит причал, больницу, трапезную. Дарит ему вышитый флаг и тетрадь Евангелии с гербом династии Богданештов-Мушатинов. Еще в юности Штефан выбрал своим покровителем святого великомученика Георгия Победоносца. Был в этом особый сакральный смысл. У Штефана есть очевидное сходство с Георгием Каппадокийским. Оба рано потеряли отцов. Оба прославились как полководцы. Георгий был комитом, старшим военачальником при римском императоре. С обоими связано множество легенд о совершенных ими чудесах. Святой Георгий был небесным заступником Штефана. На земле его духовником и наставником стал отшельник Даниил. Именно он когда-то предсказал юному воеводе триумфальное возвращение домой и восшествие на престол. Позже указал место для строительства монастыря Путно. Господарь не раз обращался к старцу за советом и помощью, а когда тот ушел из жизни, достойно его похоронил. Отшельник обрел вечный покой в монастыре Воронец. «Здесь покоится отец наш Давид, схимонах Даниил», написано на его надгробной плите. Уникальность церкви в ее наружной росписи. На ней традиционные для средневековой живописи сцены страшного суда, где Господь призывает к ответу грешников и вознаграждает по заслугам праведников. Позже подобным образом будут украшены стены монастырей Хумор и Сучевица. Внешняя роспись была своего рода подготовкой к судному дню. Она предназначалась для Господа, чтобы показать, как Его славят люди. Вера в душе и меч в руках помогали Штефану защищать свой народ и свою страну. Он продумывает военные стратегии, выстраивает изысканные политические ходы, лавирует между сильными мира сего, и все в интересах княжества. Молдавский господарь решает поддержать восстание трансильванской знати против венгерского короля Матьяша Корвина. Но переворот не удается, и мстительный Корвин намеревается теперь свергнуть Штефана. Он хочет отдать молдавский престол одному из своих ставленников – Берендею или Петру Арону, убийце Богдана II. В ноябре венгерский король вторгается в Молдову. Его армия направляется в Баю, старую резиденцию молдавских господарей. Тактику выжженной земли молдаване использовали традиционно. Пусть лучше добро сгорит в огне, нежели достанется врагу. Неприятель попадал на пепелище, где не мог добыть ни пропитания, ни трофеев. В ночь с 14 на 15 декабря Штефан приказал поджечь город Бая. Жестокое сражение шло среди пылающих домов.
рушились крыши и стены. Земля горела под ногами. Молдавское войско победило. В той битве был тяжело ранен сам Матьеш Корвин. Однако венграм удалось вынести его на носилках с поля боя. Неприятельский король не попал в плен из-за трусости молдавского ворника Креснаша, который не повел в бой свой корпус. Штефан велел немедленно отрубить головы предателю и его сподвижникам, 20 великим боярам, а 40 мелких бояр посадили на кол. Вместе с Корвином удалось бежать братоубийце Петру Арону. Но Штефан все равно его отыскал. Молдавский господарь никогда не забывал горя, причиненного его семье. Все 12 лет правления он пытался заманить в Молдову убийцу своего отца. Но тот был осторожен и хитер. Петру Арон скрывался в Польше, потом в Трансильвании, куда Штефан и снарядил поход. Братоубийцу наконец поймали и обезглавили. Возмездие свершилось. Земли молдавского княжества, Подолья и Литвы заполняют полчища волжских татар. Они грабят и разоряют все на своем пути. Захватывают в плен женщин и детей, угоняют скот. Войско Штефана встречает татар у села Липник. В сражении обе стороны несут огромные потери. Гибнет брат хана Большой Орды, а ханский сын попадает в плен. Правитель Большой Орды отправил к молдавскому господарю переговорщиков. 100 знатных татарских вельмож приехали к Штефану. Они начали угрожать воеводе. Разгневанный господарь приказал прямо на глазах послов казнить ханского сына, а самих посланников Орды посадить на кол. Только одного воевода оставил в живых, но приказал в наказание отрезать ему нос. Тот и сообщил хану Мамаку скорбные вести. Татарские полчища с позором покинули молдавские земли. Смерть супруги Евдокии заставила Штефана задуматься о новом браке. Выбор пал на принцессу Марию Мангубскую. Она называла себя Асанина Палеологина, подчеркивая родство с двумя императорскими семьями – византийскими палеологами и болгарскими асанами. Этот брак сделал молдавское княжество преемником Византии. Штефан же получил полное право называться земным царем. Вместе с Марией ему досталось Крымское княжество Феодора. В это же время заключается еще один важный для Молдовы династический союз. Штефан выдает свою дочь от первого брака Елену замуж за Ивана Молодого, сына московского великого князя Ивана III. Государь всея Руси передаст сыну Елены Дмитрию символ царской власти – шапку Мономаха. Но трон внуку молдавского господаря не достанется никогда. Дмитрий и Елена погибнут в результате дворцовых интриг. Отношения с дальними странами удавалось уладить проще, чем с ближайшими соседями. Валахия и Трансильвания – нередко предавали молдаван, становясь на сторону турецкого султана. В 1462 году османы помогли Раду Красивому свергнуть с валашского престола его старшего брата Влада Цепиша и захватить власть в стране. Новый правитель построил крепость Крычуна на реке Серет,
поставив под угрозу южную часть молдавского княжества. Но Раду недооценил предприимчивый ум и стратегический талант Штефана. Господарь решил в открытую не воевать с валахами. Он придумал и осуществил блестящий план – отвести от крепости русло реки Сирет. Таким образом, цитадель осталась без воды, превратившись в легкую добычу. Захватив Крычуну, Штефан Великий присоединил к Молдове земли Вранчи и установил границы государства по реке Милков. И раскинулось княжество от восточных Карпат на западе до Днестра на востоке, от Черновцов и Хатина на севере до Днестровского лимана у Читатя Албе и устья Дуная у Килии на юге. Хитроумный захват Крычуны сделал молдавского господаря злейшим врагом валашского князя. После неудачной попытки Раду Красивого взять Килию, Штефан вошел с войском в Валахию и сжег Брыилу и Тыргу-де-Флоч, главные торговые центры страны на Дунае. А в 1473 году молдавский воевода нанес последний сокрушительный удар по самолюбию Раду, усадив на валашский трон своего ставленника Лайота Басараба и завоевав крепость Дымбовица. Штефан взял в плен жену Раду, красавицу Марию Диспину, их дочь Марию Вайкитсу, и все его сокровища, и все его одежды, и все его флаги. И остался он там 3 дня веселясь, как сказано в летописи. А в 1473 году от Рождества Христова Штефан перестал отправлять в порту харач. Почему? Из гордости? Вера его сподвигла. Господарь наш не сомневался, что православный мир восстанет и избавится от османского ига, остановит мусульман. Всевышний поможет княжеству. И вера эта давала ему силы и бесстрашие. А турки что? Да разве же они могли это стерпеть? Султан задумал наказать молдаван и отправил сюда войско. Большое? Огромное. 120 тысяч воинов было в нем, 30 тысяч янычаров. Это страшная сила. И еще вероотступник Раду Красивый прислал им в помощь 17 тысяч своих валахов. Все, чтобы Молдову поработить, а господаря, живым или мертвым, убрать с престола. А у Штефана всего-то было 40 тысяч молдаван, и еще несколько тысяч трансильванцев, венгров и поляков. И завязался бой. Штефан использует излюбленную тактику изматывания врага. На всем пути турки находят опустошенные, выжженные земли. На реке Бырлат, в месте под названием Подул-эн-Налт, под Васлуем, измученная долгими переходами армия османов встречается с молдавским войском. Сражение заканчивается сокрушительной победой молдаван. Потери османской армии огромны. Около 40 тысяч солдат погибли, около 9 тысяч утонули в реке Сирет, 4 тысячи попали в плен. Венецианский посол Паоло Агнибени писал на родину о том, как высокопоставленные пленники османы просили Штефана: «Господин, не надо убивать людей, если они готовы дать вам столько денег. Около 4 тысяч, 2 тысяч или 1000 золотых, ни много ни мало». Ответ воеводы был жестким: «Если у вас есть, и вы можете предложить столько денег, что вы искали в моей стране? Мне не нужны ваши деньги, мне нужны ваши жизни». Слава о молдавском господаре, победителе Османской империи, разошлась по всей Европе.
Штефан разослал письма правителям христианских стран с просьбой помочь в борьбе против захватчиков иноверцев. Увы, поддержку ему пообещали только на словах. Штефан не сомневался в неизбежности нового нападения со стороны Порты. Господарь не ошибся. Султан снова снарядил армию против молдавского княжества. 150 тысяч душ было в ней, рать несметная, и битву ту в Вале-Албе молдаване проиграли. Ведаешь почему, старче? Так ведь беда не приходит одна. Тогда же с востока на землю нашу напали татары, и господарь дал приказ отправить из армии домой бояр и крестьян, чтобы семьи свои защищали и дома. Пожалел людей заступник наш. А с самим господарем что стало? А сам он остался с войском бояр. Всего 10 тысяч душ. Храбро бились молдаване. Да куда там? Не получилось. Только ведь и супостат не смог победою воспользоваться. Господь снова уберег нашу страну. В османском войске закончилось продовольствие. Начался мор. Султан приказал отступать. Через полгода после смерти Марии Мангубской Штефан женился на своей пленнице, дочери Раду Красивого, юной Марии Вайкитце. Третья жена подарила Штефану наследника, сына Богдана, и дочерей Анну и Марию. Супруги проживут в любви и согласии 24 года, до самой смерти господаря. Штефан верил в предзнаменования, как и многие другие его современники. Он остановил строительство крепости Роман из-за кровавого дождя, выпавшего в тех местах. А когда в 1473 году все запаниковали из-за приближения к Земле кометы, Штефан, напротив, решил, что это знак его скорой победы над османами. И действительно, год спустя ему достались лавры победителя в Аслуйской битве. В том же 1484 году случилась беда. Еще одно предзнаменование узрел господарь. В Великую Среду Страстной Седмицы, в полночь, загорелся монастырь Путна. Увидев опаленную обитель, Штефан решил, что Всевышний не принял его дар. Плохие предчувствия оправдались. Через две недели османский султан Баязид II объявил сбор армии для похода на Молдову. Комету в 1484 году Штефан принял за дурной знак и отказался от новой войны с турками. Практически без боя сдал он читатя Албы и добытую с таким трудом Килийскую крепость. Для государства это были ни с чем не сравнимые потери. Они отрезали молдавское княжество от Черного моря. Четверть века молдавское княжество считается вассалом польского короля. Все это время господарь клянется в верности сюзерену лишь на бумаге. Но Казимир Ягелла требует от Штефана принести присягу лично. Местом для церемонии выбран город Коломия. Молдавский воевода отказался преклонить колено перед иноземным властелином на глазах у тысяч собравшихся. Тогда специально для церемонии в поле установили закрытый шатер. Сенаторы подвели воеводу к польскому королю. О дальнейшем так написал польский летописец Длугаш. «Там он прежде всего сделал королю поклон по обычаю своего народа, а знамя под ноги сидевшему бросивши, сам упал перед ним в колени.
В ту же минуту королевские люди, по команде опустивши шнуры, которые держали шатер, прочь откинули стены святыни, чтобы все, что делалось внутри, каждый мог издалека видеть. Итак, вот этот суровый и достойный воин, гордый победитель многих народов и королей, стесненный обстоятельствами, подставил свою неукротимую выю под ярмо польского короля. Наступают тяжелые времена. Молдова снова выплачивает дань порте. Установлен размер харача – 4000 золотых, 40 лошадей и 24 сокола. Опасность грозит от другого сюзерена – Польши. В августе 1497 года 100-тысячная армия короля Иоанна Альберта пересекает границу Молдовы. Поляки объявляют, что хотят освободить от турок Килию и Читате Алба. На самом деле, они намереваются заменить Штефана Сигизмундом, братом польского короля. 26 августа начинается осада Сучавы. Но молдавского господаря там уже нет. Он направляется в крепость Роман, где его ожидает 40 тысяч воинов-молдаван. В этот раз на помощь молдавской армии пришел венгерский корпус из 12 тысяч человек, кавалерийский корпус валахов и 2000 турецких воинов. Редкий случай, когда Порта поддержала своего вассала. Поляки отступили перед мощью объединенной армии. Штефан пообещал их не трогать, если враг уйдет той же дорогой, что пришел. Но захватчики выбрали другой, еще не разграбленный ими путь, через город Сирет. У Казминского леса их встретило войско молдавского господаря. И писалось потом в Густинской летописи. Штефан преследовал их. Он добрался до Кодр-Буковины и поручил своим людям занять все дороги и тропы. И поручил он подпилить у корня деревья. А после, когда подошли поляки, с одной стороны ударил Штефан, с другой на них повалили деревья. Как гласит легенда, в память о кровавой битве у Казминского леса Штефан приказал пленным распахать близлежащие земли и посеять на них желуди. Через много лет выросла здесь густая дубрава. В отместку молдавский господарь вторгся в Польшу, захватил и сжег крепости Трибовла, Бучич и Подгайцы, прошелся со своим войском от Львова до Покутья. Напуганные поляки бросили все силы на укрепление своей столицы Кракова. Как выяснилось, зря. Штефан повернул обратно. Он и так преподал урок вероломному сюзерену, показав, как молдавский народ умеет за себя постоять. Штефан настаивал на подписании с Польшей нового мирного договора на условиях равенства сторон. Иоанна Альберта убеждал в правильности такого шага его брат, венгерский король Владислав II. Он просил не беспокоить этого воеводу и оставить его в покое, так как в руках молдавского господаря находится вся сила мира и спокойствия между этими прославленными королевствами. В апреле 1499 года между молдавским княжеством и Польшей было подписано новое соглашение. Штефан освободил свою страну от этой вассальной зависимости. На исходе лет воеводу все чаще беспокоили старые раны. На помощь ему призвали иностранных докторов. Один прибыл из Венеции, другой – из венгерской Буды, а третий был врачом татарского хана Менгли-Герая. Для лечения господаря они выбрали обычный в те времена способ – прижигание ран каленым железом. Но это лишь укоротило век Штефана Великого.
Господарь назначает своим преемником сына Богдана. Среди бояр начинается возмущение. Однако Штефан быстро расправляется с крамолой и казнит недовольных. Наследник займет престол сразу после смерти отца. Правление Богдана III продлится 13 лет. Анонимная хроника Молдовы. Перед его смертью была тяжелая и лютая зима, каких никогда не было. И были в течение лета большие дожди и наводнения, и утопления из-за больших вод. И писал наш летописец Григорий у реки. Когда похоронили Штефана в монастыре Путна, который сам он построил, вся страна его оплакивала, как родного отца. Вся страна знала, что, потеряв Штефана, она потеряла все хорошее, что он сделал. А также защиту страны. И нашел последний приют наш господарь в монастыре Путна. Его тело возлежит на 13 железных столбах. Они символизируют 12 апостолов и Богородицу. А голова Штефана покоится на кирпичной кладке. Так хоронили только прославленных воинов и просветленных монахов. А через 500 лет после смерти церковь канонизировала господаря нашего. И святой Штефан приблизился к своему заступнику и покровителю, Георгию Победоносцу. Ян Длугуш, «Польская хроника». О триумфатор и победитель, который победил всех ближайших королей. Счастливый человек, одаренный всем, чем других природа наделяет частично. Одни мудрые и хитрые, другие могучие и праведные. Остальным дана удача в битвах с врагом. Ты единственный был наделен всем сразу. Здравомыслящий, храбрый, победитель всех врагов. Правление Штефана длилось 47 лет. Великим господаря назвали еще при его жизни. И европейские монархи и летописцы писали о Штефане как об императоре и царе. На родине же господаря почитали за отца родного, строгого, но справедливого. Для молдавского народа он был Штефаном добрым, ктитором, воином, воды старым, Штефаном хозяином. Объединив и расширив земли княжества, господарь вернул стране силу и мощь, а молдаванам – уважение. Штефан стал легендой при жизни и примером для потомков. Moldovenii.md, pentru că ne mândrim cu țara noastră.